Евро во вторник смог несколько укрепить свои позиции на фоне весьма позитивных данных от Европейского центра экономических исследований Института ЗЭВ. Индекс экономических настроений в Германии резко вырос с минус 3,6 пункта до плюс 11,5 пунктов в ноябре. Это стало первым улучшением показателя за этот год, хотя и здесь не обошлось без пресловутой ложки дегтя. В отчете ЗЭВ говорится, что ситуация в экономике Германии остается по-прежнему неустойчивой, а сами данные все еще указывают на довольно медленное экономическое восстановление. Это подтвердил и ноябрьский доклад Бундесбанка, отметивший ухудшение прогнозов в деловой среде Германии и стагнацию ее производственной сферы. Кроме того, некоторый негатив к отчету добавил и глава ЕЦБ Марио Драги, указавший в качестве основных рисков для восстановления европейской экономики на высокую безработицу и недостаточный уровень загрузки производственных мощностей. К тому же и сами показатели от Института ЗЭВ носят довольно волатильный характер, а потому не являются для инвесторов надежным индикатором состояния экономики. На этом противоречивом фоне курс пары все-таки сформировал подъем, хотя и не сумел преодолеть предыдущие максимумы. От цены дневного открытия 1.2449 евро-доллар добрался до уровня 1.2545, вблизи которого и завершил торговую сессию. В нашем прогнозе на среду предполагаем первоначальную боковую динамику пары в диапазоне 1.2493-1.2545, а затем возобновление коррекционного подъема пары к целевым уровням 1.2577, 1.26, 1.2624 и, возможно, выше к ключевому уровню сопротивления 1.2660.